Прокатился на общественном транспорте с риском для жизни. В нашу редакцию прислали видео, на котором подросток зацепился за лестницу троллейбуса. Зацепер катался на 8-м маршруте троллейбуса в районе пединститута. Как отреагировали очевидцы инцидента, неизвестно. Во всяком случае, автор этой записи, по всей видимости, проехал мимо. Хотя такая опасная езда могла стоить подростку жизни. Прокомментировать историю в полиции оперативно оказались не готовы.